Всем привет на канале Улачман. Сегодня мы с вами поговорим вновь об украинских беженцах и о том, кто сюда в страны Запада пытается проникать под видом беженцев. Совсем недавно украинской налоговой службой была задержана в киевской области бухгалтер одной фирмы в багажнике машины этой женщины было обнаружено ни много ни мало а 4,7 миллиона евро это примерно около 5 миллионов долларов когда следователи спросили женщину откуда у нее эти деньги она не смогла внятно объяснить что это за деньги кто их и подсунул она вообще не знает происхождение этой суммы денег в ее машине, в багажнике. Она ехала просто так. Но за ними наблюдали, за этой фирмой наблюдали в течение уже полутора лет налоговые службы и прокуратура. Чем занималась эта фирма? Эта фирма в 2022 и 2023 годах закупала продовольствие для украинских военных и снабжала склады продовольственной фуражной службы украинской армии всего было закуплено продовольствие примерно на 320 миллионов евро естественно для того чтобы кое-как снизить выплаты налогов это все делалось через фальшивые кредиты через подставные фирмы через третьи лица но бухгалтера которые хорошо работают хорошо знают они прекрасно вернее знают свою работу они прекрасно понимают что такое двойная бухгалтерия и естественно, После таких вот манипуляций с деньгами у этой женщины вдруг оказалось, ну не только у нее, у этой фирмы оказалась сумасшедшая сумма денег, которую нужно было бы спрятать. И вот женщина решила, что пока вода в стране мутная, нужно пользоваться случаем и бежать с этими деньгами на Запад. Для того, чтобы кто-то мне не сказал, что я обманываю, что я клевещу на бедных честных украинцев. Вот смотрите сами. Это, во-первых, фотография, которую сделали сотрудники налоговой службы Украины с открытым багажником машины, хозяйка которой не смогла объяснить происхождение такой огромнейшей суммы денег. До сих пор прокуратуру Украины и налоговые службы, а также Службу контрразведки интересует вопрос, куда делись 100 тысяч вот этих вот тяжелых гранат, которые отправились в прошлом году с запада на Украину. До сих пор их не могут найти. Общая сумма этого всего вооружения выходила на 37,5 миллионов евро. Есть, конечно же, у прокуратуры подозрения, что это могли сделать, спрятать, вернее, или перекупить или украсть для каких-то своих корыстных целей высшие украинские военные чины, бывшие э, должностные лица, занимавшие высокие посты в Министерстве обороны, прокуратура теряется в догадках найти пока этих людей, угнавших фуры с таким огромным количеством вооружения, не могут. Но, тем не менее, мне как-то один человек, когда я сказал, что в 2022 году, в конце, в середине февраля, буквально за несколько дней до начала украинско-русской войны, одну женщину задержали на границе между Украиной, Чехией и Венгрией венгерские пограничники, это город Чоп, венгерские пограничники, и обнаружили у нее в багажнике машины сумку. В которой находилась 1,8 миллиона долларов. как оказалось та женщина была каким-то инженером или коммерческим директором одной из украинских фирм находящихся в киеве и или у нее было чутье или еще что-то, но она решила хапнуть денежек и убежать как беженец на запад Мне кто-то сказал, что это все неправда это все вранье поэтому вот смотрите я сейчас специально для вас, Промотаю еще раз вот эту вот статью, в которой пишется о том, что украинские налоговые инспектора накрыли такую крупнейшую сумму денег. И теперь будут выяснять, откуда же взялись эти деньги у простого бухгалтера коммерческой фирмы, закупавшей продовольствие для украинских военных. Будут разбираться. Дело передано в прокуратуру. По факту возбуждены дела не только против этой женщины, но и против многих сотрудников этой фирмы, потому что, как я уже сказал в начале, для того, чтобы снизить плату налогов, брались левые кредиты в банках, а также были подставные фирмы, через которые проходила закупка этого продовольствия для украинских военных, чтобы меньше платить налогов. Раньше была поговорка ⁇ Заплати налоги и спи спокойно ⁇ Ну а сейчас хапай столько, сколько можешь, главное, что никто не заметит, потому что в стране и так сумасшедшее положение. И многие люди пользуются вот этим вот положением, пытаясь урвать кусок от государственной казны, пытаясь урвать кусок от людей, которые стараются защищать свою страну и с этим куском рвануть на запад и здесь на западе уже стать на очередь на социальную помощь и сказать мы бедные беженцы мы не знали как бежать поэтому мы хапнули вот эту вот машинку что это это макларен да мы даже читать не умеем по-английски ну что было то и взяли но дайте нам социалы квартиру вот примерно так они здесь и поступают но этой женщине увы не дано больше уехать за территорию не только Киевской области, но и Украины в целом. Она останется там. И ей по делу, возбужденному прокуратурой, грозит от 7 до 8,5 лет за укрывательство от налогов раз, за кражу денег в, огром... в особо крупных размерах два. Ну и там еще найдут, чем ее припечатать, чтобы другим не повадно было. Вот такие вот дела. Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и не болейте. Всем удачи. Пока.